Только в декабре даем скидку 5% на готовые квартиры в ЖК «Олимп». И к другим темам. Оттепель сменилась снегопадом, и дорожные службы перешли на усиленный режим работы. На уборку снегопада в Подмосковье вышло 6500 коммунальщиков. Задействовано 1500 единиц спецтехники. В Клину расчищать дороги начали еще в ночь на вторник. Сегодня подчищают тротуары и вывозят снежную кашу. Сначала трактор, а следом сразу три лопаты. Тротуары зачищают до асфальта даже в частном секторе. До Чепеля эта же бригада с 8 утра раскапывала микрорайон «Олимп». Осадки то прекращаются, то сыпят вновь. Снежной каши рабочим добавляет и дорожная техника. Машину вот опять к тротуару, когда снег подбегает, нам опять приходится выходить. Это все пешеходные переходы чистить, остановки. Потому что машина проходит и получается вал возле остановки. И нас посылают опять это расчищать. Снег тяжелый, мокрый, лопаты, да, не выдерживают. Ну, вчера две лопаты сломали. В этом году объем работы у коммунальщиков прибавился. По программе благоустройства внутрикварталки оборудовали тротуарами. На физкультурной его как раз не было. В этом году нам еще построили очень много тротуаров, которые в последний момент передали, которые... Приходится их чистить тоже. И люди хотят, как, чтобы сразу, одновременно все везде было почищено. Такого количества и ни техники, ни людей нет. Когда на термометре плюс, дорожники все равно перестраховываются. После уборки снега вновь посыпают дороги и тротуары. На 1 квадратный метр уходит 150 грамм антигололедной смеси, которая, жалуются дворники, стала регулярно исчезать. А вот ежегодная проблема осталась. Машины люди бросают, где попало, техника не может проходить. У нас уже были случаи, немного зацепляли машины. И у дворников воруют песок. У нас ящики расстановлены по всему городу. Мы их засыпаем пешком в течение дня. Утром дворник приходит, песка нет. Но специалисты все равно стараются, чтобы нареканий не было ни у пешеходов, ни у водителей. Дежурная бригада вышла на дороге в полночь. По следам снегопада сыпали песко-соляную смесь по центральным улицам и опасным участкам. То, что осталось после реагентов, сгребали уже утром. Приемлемо. Одна полоса свободная, другая нет. Сейчас получше, чем в прошлом году. Справляются, подморозит, хорошо будет. В усиленном режиме дорожники работают с вечера понедельника. Снег сгребали в кучи в разных точках города. Сегодня вывозят. С прошлого года на Ильинской слободке работает специальный полигон, где снег принимают и утилизируют. С начала этого сезона сюда уехало 1500 кубов снега. Карина Харитонова, Дмитрий Кириллов. Новости дня.